Находясь на территории Приораля, Каргалпакстан сталкивается с возникновением засухи, что наносит серьезную угрозу жизни местного населения. По этому вопросу в столице прошла церемония запуска новой совместной программы, в рамках которой около 50 тысяч женщин пройдут медицинское обследование по выявлению онкологических заболеваний. 15 тысяч сельских жителей получат доступ к улучшенным медицинским услугам, а также для 1200 школьников будут улучшены условия образования. Организаторами этой программы выступила компания «ПроОН» в Узбекистане, а также фонд ООН в области народонаселения при финансовой поддержке правительства Японии. Каргалпакстан занимает 37% от всей территории Узбекистана. Его население составляет 5,5% от общей численности населения страны, а доля в ВВП составляет 3,5%. Находясь в эпицентре климатического кризиса, засушливость в Каргалпакстане вызывает ряд человеческих, экологических, социально-экономических и демографических проблем. UNDP и лично я хотим изменить условия жизни населения Приоралья. Согласно последней инициативе, Приоралье из зоны бедствия превратилось в зону инноваций и новых технологий. Но эта катастрофа касается не только Узбекистана, но и всего региона Центральной Азии. Нам необходимо действовать сообща, объединив усилия местных и зарубежных партнеров. В свою очередь, UNFPA будет фокусироваться на улучшении качества медицинского обслуживания, делая упор на здоровье подростков и матерей. Таким образом, будет охвачено около 1/3 населения Приоралья. Новая совместная программа рассчитана на 2 года и будет проводиться в 9 северных районах Каргалпакстана. Она направлена на улучшение качества медицинского обслуживания в отдаленных сельских местностях через укрепление их технической и институциональной базы. Кроме того, планируется запуск бизнес-инициатив для создания новых рабочих мест, а также улучшение доступа к социальному обеспечению, в частности, и к питьевой воде. Стоимость крупного узбекско-японского проекта составляет 3,2 миллиона долларов США. Он рассчитан на стабильное развитие окружающей среды зоны Приоралья на 2020-2021 годы. Ну а главная цель проекта – улучшение качества жизни и медицинского обслуживания населения, живущего в Приоралье, а также сокращение до минимума последствий этой катастрофы. Кроме того, он послужит созданию условий для развития зеленой экономики. Ожидается, что совместная узбекско-японская программа послужит укреплению потенциала жизни неустойчивости населения, а также будет содействовать в вопросах улучшения здоровья населения.